21 число, Новый год на носу. Все поляну накрывают и шампанское несут. Все салаты на столе, бутеры лежат с икрой. Приготовились, налили, вот уже курантер бой. Наготовили жратвы и истратили бабла. Мы по-русски отмечаем, понял, сука, ёб тебя. Загадаем все желания, Путин будет нам опять. То, что год был, блядь, тяжелый, дичь какую-то втирать. Ананасы под шампусик, водочка, огурчики. Пацаны уже подали на кровать к Снегурочкам. Набухаться, нажираться, это все по-нашему. Каждый, сука, Новый год, снова все алкаши мы. Ёлку надо, а визуан, а под ней подарочки. В мае только, может быть, отнесем на сволочку. Подарить жене колье, детям куда гнать айфон. Денег нет, но все в кредит. Здравствуй, русский Новый год! Самый-самый главный праздник отмечают все опять. Задолбавшие всех фильмы крутятся уж раз 105. Наливают, запивают, чтобы все как у людей. Ну и обязательно нужно наебать детей. Готовить жрать, скуплен весь магаз, чтобы был для всех готов оливье хитас. Прикупили фейерверков, чтоб попахнуть круто, чтоб у всех башка болела с вечера на утро. Любим громко отмечать, бабок не жалеем. Валим все, что накопили, блять, это мы умеем. Вот покажем всем пиндосам правильно, как запухать. Производство, сука, ноль, но мы будем отдыхать. И на каждый Новый год будем ждать хорошего. Но вот только в 41-м тоже ждали большего. Раз великая держава, празднуем по-крупному. Зазываем всех друзей, жмемся все на кухне мы. Начинаем все шампуни, дальше кто куда идет. Кто на виски, кто ликеры, кто еще что блокует. Вот он праздник удался, мирно спит по столикам. А пиндосы пусть пиздят, что мы алкоголики. Самый-самый главный праздник отмечают все опять. Задолбавшие всех фильмы крутятся уж раз 105. Наливают, запивают, чтобы все как у людей. Ну и обязательно нужно наебать детей. Ну еще здорово, ёпты, рабы системы, крестьяне. Рабская система требует от меня видеообращения 31 декабря. Сейчас, надеюсь, успею выложить. В последнее время что-то YouTube тупит нахуй. Вот. Но я все сказал в аналитике, в прошлогодней аналитике на Новый год. Вот, поэтому если у вас какие-то вопросы после этого видео возникнут, ее пересмотрите, и они отпадут. Вот. Но раз крестьяне требуют, какое-то видео все требует, ёпты. Да я привык уже. На автомате уже 31 декабря иду покупать еду, икру. И пилить какое-то ёбнутое видео, вот. То сегодня запилю, вот будет икорка, ёпты. С пивчанским, ёпты. Боу, думаю, будет пиздатый, так сказать. Пиздатый этот коллаборейшн, короче. Давайте вначале бухну за вас, ёпта. Новый год на носу, ёпта, бля. Вот. Путин, президент, подводит все какие-то итоги года минувшего, какие-то там прогнозы. Желает постоянно одно и того же, здоровья, счастья, там, пенсии побольше, ёпты. Вот, но как-то только желает, так сказать. Хы, кто понял шутку, тот оценил. Знаешь, какая хуйня. Блять, что-то и корка, то ли хуёвый, то ли батона привкус. Ну-ка. Что-то не то. Икра подорожала, одну баночку купил, не стал три. Сука, икра это отечественный продукт, блядь. Для ее производства производится, блядь,
Отечественный корабль ржавый, блядь, 40-летний нахуй. Отечественные моряки с зарплатой, блядь, 7 тысяч рублей. И завод ржавый, нахуй. И сетка, блядь. Как цена может от доллара зависеть на икру, ёпты, российскую, блядь? Ну, для лохотрон, нахуй. Раньше на Новый год по 160 можно было икру покупать, по 240. 240 даже дорого. А сейчас я купил за 330, ёпты. Не стал вторую покупать, а третью, чтобы лучше купил сырку, там еще всякой сначишки. Вот, итоги года подводить глупо. Надо каждый день. Встал, сука, с утра, вернее, даже не встал, а проснулся, глазенки, блядь, открыл и думаешь, как ты провел вчерашний день, что будешь делать сегодня, ёпта. Вот, год вообще непонятно, кто придумал, да, это просто оборот солнца, ёпта. Один оборот Земли вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Полный фуфел. Почему отмечать, непонятно. А если бы оборот был за 5000 лет? Ну, придумывали праздников. Но я подумал одну теорию, что знаете почему? Ну, как бы, я говорил, Новый год для детей, да, имеет смысл, а для взрослых зачем? И вдруг меня вот осенило сегодня, я думал, да, подумал, знаете почему взрослые отмечают усиленно так Новый год? У нас же на Новый год праздники. Редко в какой стране есть такие же новогодние праздники, да, в США, по-моему, вообще праздничного дня нет, или он один, если там у них 25-го празднуют, вообще Рождество у них не Новый год. Вот, может еще в каких-то странах есть, скорее всего, СНГ, да, то есть вот такие 10 дней там, или сколько там, 9. И, понимаете, русские-то любят отдыхать, нихуя не делать, да? И они думают, а если мы праздновать не будем, да, то есть, ну, не будем все это покупать, закупаться, вот эти траты, то правительство что подумает? А, не праздновать, значит, не нужен. И все, и, блядь, выходные нахуй берут, да? Поэтому все изображают, что типа празднуют, бухают, что им нужен этот Новый год, блядь. Чтобы не отняли вот эти вот, блядь, 10 или 8, сколько там дней. Вот. Ёпты, бля. Ну, россияне любят отдыхать. Правительство позволяет. Конечно, какие-то праздники убирают, что-то там, то, блядь, майские каникулы переносят, то что-то там мутят, все что-то там вообще, как шулера какие-то. Вот так вот баночки, короче, хуярят, короче. Тут убавят, там прибавят, а в итоге ты все равно лох, блядь. Нормально идет экран, но что-то во вкусе не то. Ну-ка еще раз. Хотя экран-то той фабрики, которую вот я из баночки ел, такой хороший вроде бренд, забыл как, Табунаки какой-то, блядь. Батон не очень. Блядь, что-то есть не хочется, я похавал сегодня. Ну, правда, уже было часа три назад, но плотно поел. Нихер этим Ротшильдам много денег отдавать на икру. Так вот, Новый год, да, блядь, ну, заебало, блядь, каждый год одно и то же, я уже говорил, да. Одно, блядь, как биороботы, да, я вот еще аналитику не закрыл, хотел до Нового года, не получилось. Блядь, биороботы, понимаете, вот, блядь, запрограммировали каждый год, и все там ходят, блядь, желают все одно и то же, блядь, здоровья, успеха, удачи, счастья, блядь, денег там, не знаю, красоты там, еще чего-то, блядь. Ну, блядь, ёпты, блядь, как заведенная пластинка, ёпты, заевшая. День сурка, ебать. Бля, не шпилит икра. Батон повоняет плохо. Или сильно просто батоном. Не хочется есть вообще, пиздец. Хотя вот я ел, говорю, 3 часа назад. Ну, я не знаю, что желать вам, я.
Мне вот, ну просто западло, блядь, вот это вот, говорю всю эту ересь там, блядь. Желаю вам в новом году, блядь. Ля-ля-ля-ля, тополя, блядь. В 41-м году, блядь, тоже, наверное, Новый год все праздновали вокруг елочки, желали там, да? Жить счастливо, ёпта. А где, знаете, праздновали Новый год в 42-м, 43-м? Был там новогодняя речь, блядь, Сталина, Джугашвили, промышлявшего бандитизмом. Хуй знает. Так это все банально. Вот я пивко лучше попью, да? Это настолько банально, что у меня даже... Я не могу, блядь, даже, ну, насильно не могу из себя выдавить, как бы, какое-то праздничное, типа, настроение такое, типа, Ну, на последних сходках, да, с фанатами смотрел, конечно, много-много у меня фанатов таких, ну, не знаю, может, они не подписаны, просто обо мне знают, да, таких, малолетних, там, 14-15 лет таких, даже меньше знают. Конечно, если такие смотрят это, то они, конечно, могут не понимать, вот. Ну, что я... ну, опять же, говорю, да, для детей, то есть для тех, кто там, родители, подарочки, это вся тема, блядь. Ну, это единственный, блядь, ну, пожрать там, кто, блядь, голодает, макарошки ест весь Новый год, блядь, вернее, весь год. Ну, смысл вообще ноль. Но, если вы перестать праздновать, то отменят вот эти каникулы. Не у школьников, а у взрослых. И будет хуёво, поэтому мне покажется, что все не сговаривались, потому что я никогда не слышал вот этой вот гениальной вот идеи, которую я сейчас придумал, да. Ни от кого никогда не слышал, что все изображают вот это празднование, чтобы в правительстве репу не почитали, сказали, блядь, нахуй там 8 дней, блядь, нихуя не делают, блядь. Рабы охуели вообще, бездельники, тунеядцы, лентяи. Надо, блядь, им, ёпты. Укостить хотя бы до 3 дней, ёпты. А, вообще один день выделить и все. Поэтому вот видите, блядь. Ну фанаты требуют, блядь, ну заебали, ну весь день нахуй. Где видео, блядь, где видео, где, блядь, видео, где, блядь, видео, блядь. Какое тебе видео-то надо? Новогодние, ёпты, блядь. А что там хочешь увидеть, нахуй, блядь? Как батя сидит в шапке, ест икру, нахуй. Ну вот, смотри, бля. Бля, уже икра, сука, не лезет. Вроде она неплохая. Может, с пивом. Ну, какая разница, было бы шампанское, то же самое, бля. Не, пиво заебись. Пиво лучше, чем икра, сука, это пиздец. Пиво приятнее пить, чем жру икру, ёпты. Мне кажется, это еще из-за масла. Так как я последний чуть ли не год, да, я сидел на диете. Ну, я там слез еще летом с нее, но все равно я особо не жировал, да. И я перестал есть вот эти вот сладкое. Ну, последнее время сейчас вот немножко стал. А очень долгое время не ел сахар, не употребляя. Жиры вот эти вообще ненавижу, да. Мне кажется, вот сейчас вот у меня вот масло не лезет. То есть масло, оно жирное. А без масла типа хуйня, да. То есть ну, вот это вот масло, оно не лезет. Я тут как-то этот жирный пытался торт есть и тоже не лезло вообще. То есть, понимаете, освобождение организма вот от этой все жиров, вот этих вот от этого все. Потом не хочется это все есть, понимаете. Ой, ёпты. Блядь, пиво, вот это, напиток, блядь, как это, блядь, натуральный, да, без сахаров, потому что сок, да, ну вроде пиздатый сок. Зомбирует, полезен для здоровья. Да это же пиздёж, потому что там одни сахара в соке, понимаете, одни сахара. А сахара это жир, это все, блядь. Зубы, блядь. Беззубые, нахуй. Сок, ну да, вкусно, но полная фигня. Проще воду. Вот я сейчас воду употребляю в основном. Воду и пиво, все. Никаких чаев, никаких соков. Поэтому давайте я вам... Ну, типа, пожелаю, да, там, всего стандартного, да, там,
по дефолту, так сказать. О, брызнул и коркой, блядь, взорвалась. По дефолту пожилая. Не о чем снимать, реально. Я это видео, ну, блядь, реально бы... Я уже ненавижу 31 декабря, потому что мне нужно, сука, снимать это видео, блядь, как раб, нахуй. Просто бесит, ёпта. По дефолту желаю все. Надеюсь, что оно зальется до 12 часов. Пишут мне. А у нас уже наступил Новый год. Ну и чё я, блядь, я не по Москве, нахуй, Новый год отмечаю, блядь. Вот я буду как Путин, да, там, 30-го запишу это все, ёпта, и выложу там с 30-31-го. Хотя, кстати, хорошая идея. Может, так в следующем году и надо будет сделать. Я ж ленивый, ёпта. Во-первых, а во-вторых, к примеру, вчера, вот именно вчера, да, я занят был, я там по делам ходил. Ну, я, блядь. Ну, конечно, можно было бы заранее, там, или 29-го снять. Тоже сейчас допивать не буду на кадр, потому что не хочу, чтобы долгое видео было. В общем, все. Желаю вам всего по дефолту. И, блядь, ну, надейтесь, что все будет заебись в новом году. Хы-хы, мазфак. Хы-хы, бай-бай, ёпта.